Сейчас о спорте. Накануне вечером в Ульяновске возобновился футбольный сезон профессиональной лиги. Местная «Волга» принимала гостей из Новотроицка. К этому матчу «желто-черные» готовились серьезно, о чем за пару дней до поединка заявили в штабе команды. А вот про игру, ошибки и итоги в нашем репортаже. Выход из зимней спячки начинается. Футболисты ульяновской команды уже появляются на поле. Заволжский стадион «Старт» принимает первый в этом году официальный поединок. Стартовый свисток арбитра открывает 2019 год большого футбола в Ульяновске. Трибуны новогородского стадиона собрали несколько тысяч болельщиков, которые уже с первых минут матча не узнали свою команду. В начале поединка с «Бровки» доносится голос Сергея Седышева «Не бояться». Чуть позже наставник «желто-черных» подмечает: в игре много брака. На 22-й минуте встречи после розыгрыша стандарта 17-й номер гостей буквально заталкивает мяч в ульяновские ворота. По этому эпизоду возникло много споров. После небольшой паузы арбитр указывает на центр поля. Был гол или нет? Ну, если засчитали, значит, был. Но мне показалось, что успел вратарь забрать на линии. С началом второй половины встречи ульяновская команда все чаще подходила к штрафной площади «Носты», но до удара в створ раз за разом не хватало доли секунды. Защитники гостей оказывались чуть быстрее волжан. Футболисты из Новотроицка вторую половину встречи играли как раз от обороны. Расчет шел на стремительные контратаки. Одна из них после ошибки ульяновского игрока закончилась взятием ворот. Мы понимали, что нам нужна ответная игра, ответная быстрая атака. То, что у нас и получилось, мы быстро забили. И еще, по крайней мере, трижды могли забить. На 79-й минуте матча после ряда замен волжане все же смогли распечатать ворота новотроицкого голкипера. Евгений Воронин с линии вратарской вонзил мяч в сетку. За мгновение до финального свистка футбольная фортуна подарила хозяевам шанс сравнять счет. Вратарь гостей нарушил правила в штрафной площади – пенальти. Удар Алексея Курзенева в правый нижний угол голкипер просчитал. Итоговый счет 2-1 в пользу «Носты». Мы, конечно, у себя в команде будем разбираться, потому что первые 30 минут я свою команду не узнал. Здесь виновата, кроме главного тренера, искать не надо. Мы сегодня, как тренера, не узнали команду. Почему причина, будем разъяснять. Конечно, поражение это на мне, это поражение, я считаю, тренерское. Свой следующий матч ульяновская команда проведет 15 апреля. На стадионе «Старт» «Волга» примет принципиального соперника – Тольяттинскую «Ладу». Артем Петров и Александр Абрамов. Вести. Ульяновск.